Саме на той факт, що Пригожину пообіцяли боєприпасів стільки, скільки буде потрібно. Про це власник ПВК «Вагнер» розповів на своєму телеграм-каналі. За словами Пригожина, угруповання отримало карт-бланш на дії в Бахмуті. Крім того, він заявив, що Міноборони РФ направляє Суровікіна як людину, яка прийматиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК «Вагнер» у взаємодії з Міністерством оборони. І тут історія дуже неоднозначна, тому що, в принципі, Суровікін як передаточна лава, банка така, як зв'язний між Міністерством оборони і Пригожиним, він таким чином є зручним і МО, так і Пригожину, тому що вони з ним взаємодіють вже давно. Власне, як нам правильно оцінити ризики і можливі наслідки цієї ситуації, якщо ще й враховувати зараз заяви Кадирова, який начебто розповідає Пригожину, де і як він має воювати, і таким чином принижує його публічно, є така думка. І взагалом ось ця вся система взаємозв'язків між пригожинськими товаришами і недругами, як вона впливає на те, що ми бачимо в публічному просторі? Там ситуация, судя по всему, действительно достаточно сложная и запутанная. Существует давний конфликт между Пригожиным и Генеральным штабом. Причем этот конфликт изначально поддерживал и даже стимулировал, скорее всего, Владимир Путин. В этом конфликте участвовал на стороне Пригожина и Рамзан Кадыров. И Пригожин, и Кадыров поддерживали назначение командующим российскими оккупационными войсками в Украине этого самого Сергея Суровикина. Но Владимир Путин в какой-то момент сделал ставку не на Суровикина, не на Пригожина и не на Кадырова. В итоге Кадыров с новым руководством, с новым старым руководством, потому что речь идет о главе генштаба Валерии Герасимове, о министре обороны Сергее Шойгу, договорился. А Суровикин со своим поражением смирился административным, а вот Пригожин продолжал публично сопротивляться. И сейчас такое ощущение, что он, с одной стороны, пытался докричаться до Владимира Путина и, видимо, не докричался в реальности. А Министерство обороны обменяло, по сути дела, какие-то дополнительные ему поставки вооружений. Я тут склонен верить абсолютно скорее украинскому командованию и разведке, которые говорят о том, что никакой проблемы с боеприпасами у ЧВК «Вагнер» в реальности не наблюдалось. Это явно была такая политическая история о том, что Пригожин чувствовал, что Министерство обороны пытается отобрать у него контроль над его ЧВК и пытался достучаться до Путина и доказать, почему его лично нельзя убирать. Все это закончилось тем, что внутрь ЧВК внедрили бывшего замминистра обороны Мизинцева, который точно знаком с Пригожиным еще по Сирии, у них явно там какой-то свой контрабандный преступный бизнес. И сам Мизинцев отвечал за логистику, тому логично было бы предположить, что он мав давать Пригожину все, что ему треба. Конечно. И теперь, соответственно, ему просто назначили еще сверху еще одного комиссара, компромиссного, не врага его, Суровикина, которых он поддерживал до этого, но тем не менее ставленника Министерства обороны, который явно постепенно контроль над ЧВК «Вагнер» будет забирать в свои руки. Я думаю, что будь он хоть 20 раз союзником Пригожина в этой войне против Герасимова, внутренней, административной, он как человек амбициозный, бессовестный, не откажется от того, чтобы получить в свои руки целое ЧВК «Вагнер», которое является действительно, судя по всему, одним из наиболее боеспособных подразделений российской оккупационной армии. Поэтому Пригожина все равно потихоньку съедают, просто процесс немножко замедлился. А главного, слов Владимира Путина, что не надо его трогать, он, судя по всему, так добиться и не смог. С этим тут, вот вся тут его ще велике питання, пане Іване, дуже велике питання, наскільки цілого ПВК «Вагнер», тому що є думка, що Пригожину якраз не вистачало саме не боєприпасів, на які він так активно шпиняв і
кричав про це, а людей, людського ресурсу, тому що умовні зеки закінчилися, йому доводиться вводити на Бахмутському напрямку вже конкретно своїх бойовиків, вагнерівців, еліту, і в результаті цього він втрачає ресурс, який міг би застосувати для власних інтересів, для захисту власних активів, якщо, наприклад, відбудуться якісь заворушення всередині Російської Федерації і проти Пригожина покотиться ця діжка. Ну, я думаю, що здесь ситуація такова, ми не можемо точно сказати, що там происходит. Мы можем предполагать и анализировать. Поэтому, если в ближайшее время мы увидим, что ЧВК «Вагнер» снова получает возможность восстанавливать человеческий ресурс, который действительно начал резко уменьшаться, достаточно вспомнить, что большая часть заключенных были завербованы как раз около полугода назад, и значит, у них заканчиваются банальные контракты. Понятно, что это условно честная, условно контрактная система, но большая часть из них, конечно, постарается, получив амнистию за свои преступные действия на территории Украины, дальше вернуться домой к семьям. Соответственно, если ЧВК «Вагнер» переходит постепенно под контроль Минобороны, то Минобороны, которая сознательно придушила этот поток человеческих кадров из тюрем ЧВК «Вагнер», снова начнет наполнять ЧВК «Вагнер» людьми. Нет, и тогда все становится ясно. А если чи під контроль Міноборони, а не, наприклад, пане Іване, а чи під контроль Міноборони, а не, наприклад, під контроль Кадирова, який вже у своїх відеозверненнях звернув увагу на те, що переходьте до мене, вагнерівці, в мене умови будуть краще, умовно намагаючись рейдернути Вагнер у Пригожина? Ну, Пригожин і Кадиров, у них є одна і та ж черта, є така не очень приличная, но, к счастью, не матерная французская поговорка. Нет, он старается произвести звук громче, чем может позволить ему его отверстие в том, на чем он сидит. Давайте коротко завершимо на цій ноті. Тоді дуже вам вдячна за цей коментар, він яскравий. Дякую, що були з нами. Я нагадаю, Іван Преображенський, політолог в прямому етері з Апостроф ТВ. Вдячна.